просто фантастический французский вайб. Я не знаю, как его передать, но вот он ровно здесь. Вот эти дома, эти улочки. Это фантастическая детализация этих храмов. Любое место. Ну, в общем, да, мы пришли рекомендации в кафе, которое, судя по всему, называется «Стрекоза», не знаю. Ну, не суть. Короче, мы зашли сюда, и сразу первое впечатление было, что очень похоже на питерский этот магазин «Братьев Елисеевых», да, или «Купцов Елисеевых». Вот такая атмосфера, очень красивая. Ну, вообще, на самом деле, этот городок, да, многих нам кварталов напоминает Питер. Так что русским приезжающим из Питера в Нант, наверное, очень даже комфортно. Ну, вообще, мне кажется, любой французский город, потому что, правда, здесь такой вайб классный. Что это как барная стойка красивая, очень много мозаик, цветовая гамма, все другое. Кстати, по-восточному мелкая деталь, вот мне кажется, у меня всегда ассоциировалась такая вот интегрированность с восточными всякими интерьерами, все как в Стамбуле, но здесь абсолютно нету именно восточных мотивов, но тем не менее вот такая вот мелкая детальность присутствует. В общем, атмосферно нереально. Мы пока шли несколько раз уже, чуть мы сорвались зайти в обычные буланжери за круассанами. Я говорю, слушай, не посоветовали место, давай пойдем. И вот я не пожалела, что мы сюда дошли, Антоша, ты. Еще за Антоном красивый сад. Прямо у тебя здесь... В общем, тут нельзя кстати. Я надо, что муж тоже не пожалел.
Как вам такая концепция получается? Рулонами с землей и с травой. Вот они застилают асфальт. То есть это такой экоактивизм некий. Вот они застилают и становится много травы, зелени дикой. Как здесь показано. Что-то креативненько. Попали в какой-то очень красивый парк. Он в центре НАТО находится. Солнечно, может быть, не сильно все видно будет. Но, короче, мы здесь нашли растения, которые едят мошек. Смотрите, получается, к ним в эту штучку залетает какая-то муха. И, видимо, оно закрывается. Видите, оно прям с такими отверстиями. И муха, и, соответственно, понимаю, ее время настает. Смотрите, вот так вот растет. Очень красиво. Я нашел теплицу своей мечты почти. Очень симпатично. Стрелицы, всякие растения, киви выращивают, фикусы, пальмы. Монстера, неважно, себя чувствует. Алоэ, цикас, вот, лимон, я так понимаю, либо что-то похожее на лимон. Такая вот красота. Вот такая атмосфера. Здесь прекрасно чувствует себя олеандр. И, конечно, очень впечатляет оранжереи вот такие. Они, походу, очень древние, но все равно находятся в каком-то хорошем состоянии. Вот это гранат слева цветет. Вот так вот. А справа здесь вот оранжерея. Thank you.
Мы лазили вокруг замка и вдруг нашли проход на крепостную стену. Бау, просто красивейший средневековый замок с французскими крышами, французский замок. Вот. Хотя говорят это все здесь в деревнях, говорят на английском языке из-за того, что это Британь, получается, Нормандия, Британь, вот эти территории. Очень красиво. Как впечатление, Натали? Тут, говорят, раньше вода была, да? В округе. Ну, пишут так, что 15-18 век полностью этот замок был окружен водой. В него проходили торговые пути. Очень было такое выгодное расположение. Потом со временем это все осушили постепенно. И теперь вокруг это вообще маленький лоб остался всего лишь. Круто. Мы сейчас вышли на улицу лишь по одной причине.
Я лежал на кровати, Наталья была на кухне, и у нас землетрясение тряхануло. Ну, думаю, большое, маленькое, непонятно, но мы прям почувствовали, то есть такая волна была. Ничего не попадало, вот, и мы такие вышли на улицу, думаю, так, ладно, 10-20 минут переждать, там, авторшоки, не авторшоки, вот, но я по новостям посмотрел, 5,5 баллов магнитуда была, где-то здесь в радиусе 50 километров, так что, ну, я думаю, 4-5 баллов. Я ощущала землетрясение, это очень было странно, максимально некомфортно, нестабильно себя чувствовалось, когда вокруг тебя все шатается. Мы схватили документы и выбежали. Вон рюкзачок. Ну, здесь люди как бы на улице, как будто на улице, мне кажется, так не чувствуется. Ну, я надеюсь, нормативная документация здесь исполняется получше, чем это было в Турции, так что зданиями никаких не вижу там проблем. Вроде все хорошо. Вот что значит сейсмический райончик. Нигде не ждали, если честно. Ладно, прогуляемся полчасика и обратно, если что. Натали, как так получилось, что мы едим не французскую еду? Это просто получилось. Короче, у меня ассорти из разных видов. Попробуем, что это будет. Приятного аппетита!